Всем здравствуйте! Сегодняшний обзор хочу посвятить покупкам с сайта AliExpress. Если вам интересно, ко мне присоединяйтесь. Может быть, вам что-то даже и пригодится эта информация. Первое, что я вам покажу. Кстати, вот пришли пакетики оттуда. Что я вам хочу показать. Первое, это вот такая кисть, рыбка. Мне она очень нравится. Она очень симпатичная, красивая. Приятная, синтетический ворс, пластиковая вот эта штучка, хвостик сам. На сайте они представлены в разных вариантах, там разного цвета щетинка, разного цвета хвостики. Не знаю, материал очень приятный такой, он одновременно кисти упругая и одновременно мягкая. Сейчас я вам покажу, вы разглядите лучше. Вот, тональник разносить ей, конечно, неудобно по лицу. Во-первых, она лишнее впитывает, она грязная, жирная становится, не вижу в этом смысла. А вот пудру, либо румяна сухие, разносит просто замечательно по коже, не оставляя никаких лишних следов, лишней пудры, и наносит все тонким слоем. Сейчас я вам покажу. Так, вот, допустим, пудра. Вот так она берет пудрочку, очень замечательно, хорошо разносит, мягко, приятно по коже. Конечно, тут вы ничего не увидите, это видно только вживую. Так, вот эвенские шарики, пудра, но я пользуюсь не как пудрой, а больше пользуюсь больше как румяном. Для румян, конечно, эта пудра больше подходит, так как она темноватая, с таким легким шиммером. Вот. И тоже прекрасно, прекрасно все разносит. Ни пылинки, ничего нет. Прям прозрачным таким слоем хорошим. И как видите, набирает она очень хорошо. Вот. Замечательная кисточка. В будущем я, наверное, еще такую себе закажу. Очень мне нравится. Вот. Очень приятно. Хотя у меня есть кисть с Эйвона, есть с Орифлейма. Кистей у меня немного, но эту просто приятно иметь у себя на своем косметическом столике. И стоит она, обошлась мне где-то 130 рублей. Вот не помню, примерно такая цена. Вот. Рекомендую. Ссылочки, конечно, постараюсь оставить вам. Далее я заказала вот такие средства гигиены. Алуниты, или как говорится, эко-дезодорант, вот, не приносящий вреда здоровью, закупорки наших сосудов, пор, вернее, правильно сказать. Так, это квасцы называются еще вот правильно. И я купила их две штучки, в одном пакетике мне их прислали, вышли они мне в 2-300 рублей. Вот, в одном пакете, они пришли мне побитые вот такие. Слава богу, что не раскололась внутри сам камень. Ну, покоцанные пришли, так как у них хлипкий материал достаточно, но закручивается он хорошо. Вот так все прекрасно закручивается, держится, ну, хлипкая. Надо бережно к ним относиться. Вообще ронять их нельзя, они могут разбиться не только упаковка, но и сам камень. Вот. Точно такие же алуниты продаются в компании Тиандэ. Я там тоже как бы зарегистрирована. Вот, видите, тут написано 100% натуральный камень, 60 грамм. Там также такой же вес 60 грамм, но там уже цена одного вот такого дезодоранта в 370 где-то рублей, примерно так. Это со скидкой уже 30%, 32%. Поэтому, конечно, я заказала на AliExpress, так как это выгоднее и дешевле. Не хочу переплачивать. Так, теперь как ими надо пользоваться? Значит, если вы пользуетесь как дезодорантом, я один взяла себе лично как дезодорант, а другой для семьи, то есть в аптечку, для лечения. Дезодорантом как пользоваться? То есть надо вмазать в мышечную впадину водичкой и проходить дезодорантом. Либо мочите под краном дезодорант, как я делаю, мажу подмышечные впадины, полоскаю и ставлю на просушку. То есть он стоит, хранится мне прямо на полочке ванной вот так. И тогда он не тает от воды, не раскисает и высыхает быстренько, и все, до следующего раза. Хватает мне, допустим, пользоваться один раз в день, так как обычным дезиком вполне. Он прекрасно убирает запахи, запах какой-то неприятный.
Но пот у вас никуда внутри не остается вашего тела, он выходит весь наружу, вся жидкость выходит наружу, то, что нам и нужно. То есть организм работает, ну, как и положено, но запаха у вас никакого нет. Это самое для меня, ну, как бы самое главное. Вот. Второй дезодорант, который я купила в качестве, ну, в аптечку для всей семьи, можно вот, и мы как начали использовать, это, допустим, при герпесе. Вы также мажете 6-7 раз в день герпес, он уменьшается, снимается воспаление. Также вы побултыхаете в теплой водичке сам этот камень, этот природный материал, побултыхаете в водичке, и можете полоскать десна против воспаления, горло выполаскивать, но не пить против воспаления. Это помогает при ангине, при парадонтозе. Также и прекрасно можно пользоваться как дезиком для ног, кому надо. Вот. Что еще? А, при порезах он хорошо действует. Я когда ногу отрезала салаты, я порезала себе один палец. Кровище, естественно, там как бы идет. И я сразу за него вспомнила и думаю, опробую как раз-таки. Появился момент испытать. И действительно, промыв палец под водой, намочив под водой сам вот этот вот камешек, я прям несколько раз натирала ранку, и кровь потихоньку остановилась, и палец быстрее заживает, нежели без него. То есть, как бы я осталась довольна. И герпес у меня вскочил в праздники небольшой, маленький совсем. Я помазала, наверное, 4 за день, на следующий день он мне куда-то стих. То ли это сам он прошел, то ли алунит. Не могу сказать, так как пробовала только один раз на себе. Так что хороший продукт, рекомендую. И думаю, что вам всем он тоже понравится. Так как это природный материал, он не наносит нам никакого вреда, в отличие от химических дезодорантов. Ну, еще и побочная помощь от него тоже, как бы, эффект тоже есть. Полезные побочные эффекты в виде лечения дополнительного. Так, ну и далее, конечно, я не обошлась опять без очередной флешки. Вот такой. Вот. 32 гигабайта взяла. Вот. И подходит у нам тут подо все. Вот такая упаковочка фабричная. Почему я взяла 32 гигабайта? Я уже брала и 16 не один раз. Вот взяла 32, и вот так выглядит флешечка, металлическая, пластик. И для чего? Для того, чтобы хранить домашний архив, фотографии, какие-то видюхи, потому что все по флешкам разбросано, мне это неудобно, хочу хранить все в одной. Ну, естественно, хочу прикупить в будущем еще такую же флешку, так как ее, возможно, не хватит. И что мне понравилось, что здесь еще другой есть разъемчик вот такой для телефонов на Android, который тоже рабочий. Скорость прекрасно передается, никаких задержек нет, претензий у меня нет к этому товару. И вот что я хочу сказать, то что из 32, конечно же, здесь объем 30 гигабайт чистых. Ну это вполне, как бы считаю, нормально. Вышла она мне в 470 рублей. Все знаете, какие цены у нас на флешки в магазинах. Очень-очень дорогие и высокие. А это более-менее то, что нам как бы вполне меня финансово лично устраивает. Так что буду заказывать еще. Ссылочки постараюсь вам оставить. Вот. Так что спасибо за просмотр. Всем до свидания. Всем пока.